каждый из вас профессионал, который работает над тем, чтобы пациент, уходя от нас, сказал «спасибо, доктор». Главный двигатель успеха – это люди. Так, в 2008 году решили основатели медцентров Оксана Кузина и Наталья Алюшкина. Сегодня в кругу сотрудников и партнеров доктор Ост празднует свое 15-летие, а дети Индиго – 10 лет со дня открытия. Благодаря энтузиазму двух сестер, к своему юбилею небольшая челябинская клиника выросла до международной сети с филиалами по всей России и в Казахстане. Мы работаем для людей, и наша задача – это пациентоориентированность. В общей сложности у нас уже больше 100 тысяч пациентов, которым мы помогли, у которых мы провели именно безоперационное лечение. Сейчас доктор Ост – это передовой центр в лечении суставов и позвоночника без операций. Уникальное для России оборудование позволяет работать даже со сложнейшими патологиями. Специалисты клиники одними из первых стали применять высокотехнологичные методы терапии. Например, лечение стволовыми клетками, которое позволяет отсрочить или навсегда исключить операцию по замене суставов. Многие возрастные пациенты жалуются: я вот от этой боли ноющей спать не могу. То есть уходит боль. Уходит отечность суставов, то есть подвижность возрастает, они могут двигаться. Второй проект «Дети Индиго» специализируется на реабилитации детей с тяжелыми неврологическими заболеваниями, в том числе с задержкой развития, аутизмом и ДЦП. За 10 лет работы врачи помогли тысячам маленьких пациентов и их родителям. Психологически это непросто, но наши сотрудники – это прежде всего идейные люди. Если сказать про Краснодар, количество пациентов, которым мы помогли, это уже более 2500. Это только маленьких пациентов, плюс их родители. Они профессионалы своего дела. То есть ребятишки у нас, во-первых, пошел указательный жест, пошла, ну я не скажу, что прям обращенная речь, но по крайней мере мама, папа, дай. То есть мы потихоньку начинаем говорить. На следующее пятилетие у команды медцентров огромные планы. Руководство намерено только повышать стандарты качества оказания медицинской помощи и внедрять новые методики лечения, чтобы у каждого пациента появился шанс на выздоровление.